На физтехе программирование как бы есть не у всех факультетов. Это здорово, что технотрек, он открыт для всех. Любой может попробовать это. Технотрек — это возможность выучить что-то новое и подняться по карьерной лестнице наверх. И это не какие-то сухие теоретические знания, а вот именно что-то, что можно увидеть, поклацать и сразу применить в работе. Вместе с Mail.ru Group мы запустили вот технотрек — курсы дополнительного образования. У нас было очень много практики, это очень здорово. Моя первая стажировка началась в Mail.ru, и все благодаря технотреку. Как минимум, ребят, которые обучаются в технотреке, есть возможность пойти на стажировку к нам в Mail.ru Group. Я уже очень уверен в своем будущем, и у меня нет никаких сомнений, что все будет хорошо. Это шикарный старт карьеры, очень хороший, особенно когда ты еще студент, уже работаешь, плюс у тебя есть возможность еще доучиваться. Студенты прежде всего хотят получить специализацию, потому что физтех дает очень много базовых знаний, и, конечно же, проект — это именно прикладные знания в разработке. Во втором семестре мы уже самостоятельно писали социальную сеть с нуля, после чего я начал понимать, как реально работает социальная сеть. Всегда сейчас с неким завистью, даже маленькой, хочу оказаться вместе с ними в этом классе. И то, что сейчас, спустя 2 года, есть первый выпуск, это большая победа Mail.ru, это большая победа физтеха. Выпускников хочется поздравить с окончанием. Мы благодарны компании Mail.ru, которая очень активно в этом участвует. Мы очень довольны нашим сотрудничеством. Для технотрека сегодня я желаю новых интересных проектов, нового уровня в разработке, ну и, конечно же, больше хороших студентов.